Почему я пошел за ним? Не знаю. Можно ли отыскать смысл в снах? Знаю лишь, что когда он позвал меня, я подчинился. И с той поры мы шли вместе на восток. Только на восток. Всем привет! В этом видео я в команде с еще тремя игроками должен был тренироваться в прохождении первого акта Diablo 2 Resurrected. Все это на скорость. Нам противостояли игроки из Германии, Франции, Британии. А наша задача была пройти полностью первый акт и показать самое лучшее время. К сожалению, одному из наших участников команды не получилось принять участие, поэтому нас было только трое. Кармик, Джонни и я. Тем самым, еще до начала гонки у наших соперников было преимущество. Что из этого вышло и как все проходило, вы сейчас увидите сами. Поехали. Погнали. Давайте, за Россию, матушку! За Россию! За Россию, честь, матушка, так сказать, поддержим! Только есть один момент, пожалуйста. Да, блядь, уже же максимум хайпа таймер было. Подожди, когда мы скажем старт, пожалуйста, Джонни, зайди в инвентарь и выкини, пожалуйста, портал, телепорт. Когда начнем? Сейчас. Скажи, как делать. Выкидываю. Вот сюда прям? Ладно, поехали. Таймер пошел. Все, гоу! Андрюх, убирай, поехали! Как быстро все! Ну он выкинул, как бы, портал. Нормально, нормально. Мы засчитали все, да, конечно. Все засчитано. Так, Джонни, ты за мной. Дэн нашел. Хорошо, Джонни, мы ныряем с тобой. И что у нас? Я открываю ТП. Дикая ёбка. Кинь ТП, Андрюха. Кидаю ТПшку. Мне в логово спускаться? Да. И дикая ёбка. Дикая ёбка там пошла. Идеально. Вол, прям, блядь, перед городом. О, ТПшечка. Да все, мы победили. Ты, кстати, можешь этого, одного чела вызвать сейчас. У тебя в посохе, по идее. Скелетон, да. Да. Самое главное, качай зубы, короче. И на шестом левеле голема, помни это. Да, зубы наши, все. Ну и все, и тут мы можем разойтись, потому что нам все равно просто вычищать полностью надо. Ага. Хорошо, все, я вверх пошел чистить. Так. Когда этих красных челов убиваешь, рекомендация сначала их этого батю босса жарить. Да. Спасибо. Так, главное босса без меня не убивать, я уж почти прибежал. Денег просто. Блин, я два свитка телепорта нашел. Все, это победа, мужики. Все, я ТП открыл, Андрюх. Я открыл, захожу в свой. А ты открой твой. Ты открыл? Открываю. Открыл. Смотри, два мужичка какой-то. О, Эмиральд, хорошо, подобрал. Андрюх, можешь тебе отдать? Давай, скидывай. Ты там почистил все, Андрюх? Все почистил. Красава. Так. Мне нужны тоже деньги, Андрюх, если еще будут. Конечно, всем деньги нужны. Ты найдешь, если элитных зомбей, пожалуйста, Джонни, скажи об этом. Там будут зомби очень такие плотные. Кармик, я тут посох нашел. Неплохой тебе. Хорошо. Залпом стрел. Держи, писах. Писах, понял. Short Staff, Strangle Guys Potion. Прекрасно. О, Чарпол, блядь, великолепно. Фортуна на нашей стороне. Фортуна реально на нашей стороне, ребята. Мана Potion, прекрасно. О, кольцо еще есть. Короче, все, я заряжен до конца. Это нормас. У меня элитка, Андрюх, подходи. Начинай. Джонни, к нам беги тоже. У меня все равно нет. А мы зачистили уже, да? Почти, да, там все зачищено. Нет, работаем над этим. Иди к нам. Андрюх, я, короче, это тут. Жарь его, их. Мы получаем, если что. Ко мне, ребят. Ну ладно, я сам зажарю. Просто вам нужно левел как-то. Испытание разбойницы пройдено. Ой, ничего, что я тут все ворую у вас. Нормально, ворую. Все, у меня короче, ТП я не должен открывать. Андрюх, да, иди в мой ТП. Аффирматив.
Мне сейчас заходить тоже в портал? Да, выходи просто. И заходи сразу в мой ТП, сразу в мой телепорт заходи. А что, как его отключить? Вон не твой. Ну, там Диабло Ран мой называется, имя, ник. Бля, он тут не написано. А, подожди, Ассасин, Диабло Ран. Все, я в твой захожу, да, все. Написано. Так, все, и куда теперь? Жди меня, Андрюх. Все. Боже, да. А что мне качать? Ловкость там или ману? Зубы! Не, можешь... не поняли. Ману. Можешь ману качать просто. Ману качать. А, я понял, да. Статы. Андрей, ты заходишь, типа, в телепорт? А то телепорт, он закроется. Захожу. Я не хочу тратить, у меня денег ноль. Да, поехали. По дороге, Андрюх, вниз. А что там? Погнали со мной. Поехали. А мы тут монстров не трогаем, да? Не-не-не-не, только элитных. Ну тут у них уже уровень нормальный, я уже так их особо и не убиваю тут. Там. Так, а вы... Сейчас я приду, что будет. Я правильно понимаю, что вы... Forgotten Tower. Вы в башне уже, все, понял. Да, мы в башне. Я тогда найду вам сейчас еще... Аккуратно здесь элитка сразу. Заходи, Джонни, заходи. Заходи в щель. Захожу. Я зашел, где ты? Нам нужно 8-й левел взять. Где ты зашел? Ты куда ты зашел? Ты вышел, наверное, а не зашел. А, я просто зашел туда. Блин, Джонни! Я дурак. Куда я залез, блядь? Ты где? Так, я умер, Джонни. Давай, заходи. А, вот она, сука. Я вам открыл, если что, на кузнеце. Я тоже умер. Так. А портал ты свой закрыл? Да. Ясно, блядь. Андрюх, открой вейпоинт, пожалуйста. Так, я понял. А, Берекс, подожди, Берекс. Понятно, ты в бараках уже. Ну да. Попробуйте пленить меня. Я, короче, ракал. Андрюх, открой, пожалуйста, вейпоинт. Какой вейпоинт у тебя есть? Нет, у меня есть марш, но я просто был... Я сейчас проебу... Ладно, короче, ждите тогда в городе, мне сейчас нужно открыть... Идите, качайтесь с Cold Plains, беги в Stony Field, качайся там, ищи вейпоинт. Я сейчас найду вейпоинт здесь, открою вам дальше. Давай. Что такое Stony Field? Это третий вейпоинт. Но вам сейчас нужно идти во второй и там перебираться в третью локацию пешком и идти. Так, короче, все, я нашел, что открыть? Блин, там опять этот Lightning Enchanted, Black Marsh нужно открыть, Black Marsh. И башню обратно, там мой труп валяется. Так, башню. Вам все равно качаться. А, ну, сейчас я открою перед башней. Я ищу Stony Field вейпоинт. Ну, у меня 5-й левел там был, Андрюх, там элитка, блин, Lightning Enchanted. Господи, как же мне везет. Типа единственная так. Элитка, которую должен Джонни убивать, и... Открыто. Блин. Я захожу сейчас, в этот портал ассасинами, там сразу убиваю. Не, сейчас ты зайдешь в портал, там никто не убьет. Подожди, убил элитку, золото. Андрей? Нет, я ничего не убивал. Я взял 144 золота у кого-то из вас, наверное. Ничего, нормально, взял. Сейчас я вейпоинт найду, Андрюх. Пока подожди, да, пожалуйста. О, я нашел вейпоинт, все. Ну, короче, я пока что не закрываю ничего. Не закрывай, я иду в портал, пойдем вместе убьешь, сразу на входе там будет элитка. В смысле, я уже дальше бегу. Да скипайте просто ее, ищите элитка, которая. Она прям на входе, блин. Ладно, сейчас я убью сам. Джонни, зайди, пожалуйста. Да какой рофл! Боже, я даже тебя не. Блять, move only, please! Андрюх, еще раз надо, короче. Я портал не закрыл. Идите, закидывайте трупами его. В ассасин едь? Да, в ассасин иди. Какой рофл, блин, просто космос. Чел! Пожалуйста. Зайди в мой, пожалуйста, Диабло Ран, пожалуйста. Зайди в мой портал. Ран? Да, зайди. Вот, смотри. Вот этот мужик. Мужичок вот этот бегает. Ну, тебе камни что-то? А, подожди, стой, не открыл. Ладно, забей, короче. Зайди, заходи в тебя. Вы можете идти пока подкачаться в Stony Field какой-нибудь. Не, я уж пошел дальше. Блин, чуваки, давай потом, пожалуйста. Не, это я не вам. Не скажите, что делать, я буду делать. Диабло Ран, портал, заходи. Заходи в портал, Диабло Ран называется. Так я же зашел там, я вышел в каменное поле. А, нет, заново. Заново зайди. Нет, заново зайди в портал, Диабло Ран называется. О, Грэндчарм еще был. А, так, это надо вернуться, да, мне? Где надо вернуться, да. Так, а это уже вот вопрос интересный. Где мне тут понял, идти? Ладно. Ты... Портала у тебя нету, да, свитка портала? Я вот декам, у меня 3 страма. У меня свитка портала нету.
понял. Беги пешком. Блин, я тебя не смогу забрать. А куда бежать? И опять Lightning Enchanted, ребят. Ну что за рофл? Андрюх, все паки, которые я нахожу, Lightning Enchanted, понимаешь или нет? Это неприятно. Чё за прикол? И у меня фаербола нету. Ты давай это по-русски как-то, а то я ни хрена не понимаю, что за Lightning Enchanted. Короче, сейчас я тебя найду, подожди, давай, я тебя сейчас приду и тебя вытащу оттуда. Ну я возле этих камней, где 300 портал. Да я понял тебя. Я что тут качаюсь, пули. Блин, ребята, это вообще просто лютый такой лаг в начале и такой кал в конце. Ну, точнее, мы уже, блин, уже 18 минут, мы уже должны все закончить, короче. А я когда-то я тебе начинал со мной говорить, я всегда знал, что это плохо закончится. Что ты говорил? Нельзя, иди за мной, никогда. Джонни, иди ко мне, Джонни, иди ко мне. Вот я сыграл голос со мной чистить паки. Иди сюда, срочно, быстрее. Портал нельзя закрывать, нужно новый открыть. Блин, Lightning Enchanted, какой же провал. Вот, кликай на этот waypoint и этот портальце в город. Сразу сам первый. Где он? Лагерь разбойников, да? Да, лагерь разбойников. Так, что по вейпоинтам тогда? По квестам, во-первых, первое. Bloodrain completed, completed, completed. Харадрик Маулс тогда нужно у вернуть. У меня он уже. И Андриэль, да-да-да, все. И надо сразу заимбуить будет мне ботинки. По вейпоинтам, значит, что нужно? Ты открыл вейпоинт, подожди, по дороге? Да, я все открыл. Blackmarsh, Darkwood. Все открыл. Все, заходите, заходите в портал. Вот. И так называемая дикая ёбка здесь начинается. Вот здесь сейчас надо убить всех этих челов. Заходи, заходи уже, Джонни, Джонни, Джонни. Какой заходи. Портал? Ассасин. Нет. Ассасин. Пятый уровень. Четвертый. Четвертый, да, ассасин. Как же здесь нашпиливает. Так, сейчас я вернусь. Как же здесь так. Элиточка нашпиливает, братик. Привет, тебе. Просто я, наверное... здесь не будет. Здесь, короче, нам не повезло ужасно. Я вовремя заебался, и она меня не убила. Красава, но нам нужно их убивать. Андрюх, ты что, меня здесь одного что ли кинул? Я иду, иду. Она пиздил их. Бля, я сейчас умру. Я буду на другой стороне отрою такое. Все, я иду сейчас пиздить. Блин, Андрюха, я реально тут... Я не могу их реально бахать, Андрюх, мне наверняка бахать, я не могу. Они просто там очень... Им плохо, им плохо. Я уже в них захожу. Красава. Вот этот подбежал к тебе мужичок, чуть-чуть ему стасика дай. Сейчас снова дам стасика ему дам. Он меня станочит, если ты потанчишь хотя бы, я не могу стасика стануть. Джонни, а у тебя еще нет голема глиняного? Накидал, накидал стасика. Джонни, глина големов нет еще у тебя там случайно? Да он не, не качал, походу, делал, он левел не взял. Так, этот готов. Так, ну все, ведем главную давай, девочку. Главную. Да. Я открываю портал прямо здесь, и мы делаем это. Давай, стасики, стасики, поехали, стасики. Есть стасики. Рад тебя видеть. Брат, она вообще ей плохо. Работаем. Работаем, братья, блядь. Давайте, хуярить. Хорошо. Осуждаю. Давай не ругаться, пожалуйста. Давай не будем ругаться. Так, короче, давайте все вейпоинты тебе нужны, короче. Катакомбы второй, лети. Так, давай, блядь. Открывай катакомбы. Короче, мне нужны Darkwood, Blackmarsh. Давай. Катакомбы я тебе... первого уровня, тюрьма и Innercloister. Катакомбы есть у тебя уже, взял? Нет, подожди, катакомбы. А смотрите, тут желтое что-то, это вы будете катакомбы, брать? Все беру. Не, это все уже можно не брать. Так, двор. Подбирай шмотки, если хочешь. Есть Innercloister, захожу. Это хуйня, блядь. Брат, давай не будем ругаться, пожалуйста, прошу тебя. Можешь контролировать свои речи? В смысле, не матом, давай не материться? Дальше. Да, матом не материться, пожалуйста, спасибо. Blackmarsh.
забрал. Я постараюсь, не обещаю, конечно. Так. А где моя книженца? Так, ну тут что-то собирать какие-то эти камни не стоит. Нет, да, там забей, да. Так, Кармик, ты восьмой? Восьмой, отлично. Короче, сейчас тогда нам только осталось найти портал Waypoint Stonyfield, я тебе так, его Darkwood, дам. Даркут, подожди, Даркут. Никуда заходи. Stonyfield у меня есть, у меня есть Waypoint Stonyfield, Андрюх, у меня есть. А чего у тебя нет? Уже никуда, Джонни, не заходи. А, Джейла нету, Джейла первого. Первый Джейл. Первый Джейл. Это последний, да, который нужен? Да, последний. Все, я сдаю есть. Квест Чарси. Вот. Подойди к Чарси. Давай, 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 я сразу заимбую. Чего хочешь? Так, у меня пояс. Quest completed, но почему-то не засчитывается. Return каша. А, каша, каша надо, каша, кашей поговорить. Quest completed, quest completed, quest completed, quest completed, quest completed. Так, и на варево нажимаем и на восток едем. Да, на варево и на восток поехали. Все, все waypointы есть. Все, нажал на восток и таймер останови. Таймер! Таймер, стоп, плиз. Плиз, таймер, стоп. Наша команда прошла первый акт за 31 минуту и 6 секунд, опередив коллективы Франции, Германии и Британии, тем самым заняв первое место. По ссылке в описании вы можете приобрести Diablo 2 Resurrected. Выражаю благодарность Activision Blizzard за спонсорство и приглашение принять участие в ивенте. А вам спасибо за просмотр.